сильнее ногами, пожалуйста, работаем. Ручку тянем к кольцу. Здесь нет места для скуки, а яркие моменты лета точно не пройдут мимо. Ведь в лагере поют, танцуют, занимаются спортом. Юные спортсмены в каникулы не теряют форму, потому что приезжают отдыхать всей командой и продолжают тренировки. К дружбе мы ездим уже 7 лет. Лагерь очень нравится, лучше лагерь просто не найти в этом городе. Мы и тренируемся, и развлекаемся, и все вместе. Подъем ровно в 8 утра, построение, завтрак. Все по расписанию. Кстати, питание здесь пятиразовое и разнообразное. Я люблю готовить. Чем мы радуем? Мы им стараемся постряпать вкусненькое что-нибудь. Но если будешь готовить с душой, тогда, конечно, все получится. Просят добавки? Просят. Даем. Есть и занятия в бассейнах. Один для малышей от 6 лет, второй поглубже для старших ребят. На занятиях всегда дежурит медработник, а инструкторы учат держаться на воде. Примерно 90% у нас уже умеют плавать, держатся на воде. То есть некоторые дети у нас приезжают из школ, где есть бассейн, и там почему-то они не умеют плавать. А здесь у нас в лагере они быстро овладевают навыками плавания. Всего за лето, а это 3 смены, в дружбе отдыхает более 1000 ребят. И каждому нужно найти подход, говорят вожатые и педагоги. Ведь лагерь – это большая семья. Самое главное – понравиться детям. Если ты им понравился, то они тебя полюбили. Ласка, забота, зайчики, котики. Я вас люблю, у вас все получится. И они все прекрасно делают. В лагере каждому есть чем заняться. Есть игровые залы, где кроме привычных шашек и шахмат, еще десятки настольных игр. Учатся ребята даже шить и выжигать по дереву. Самое сложное – это вот мелкие детали, которые попадаются очень часто. Их сложно очень выжигать. Пишем белой краской с вами снег на самой вершине горы. А это не просто рисование. Арт-терапия. Это когда ребята учатся выражать свои эмоции и чувства с помощью творчества. Дружба «Городской лагерь» существует уже 72 года. За это время сложилось немало традиций, и всегда появляется что-то новое. Успехами решили поделиться на областном конкурсе среди лагерей. Жюри оценивало все нюансы от условий детского отдыха до развлекательных программ. И в итоге дружбу признали лучшей. Жить вместе 24 часа в сутки, переживая все проблемы, радости и горести, вот это и есть сплочение, то самое, о котором мы говорим. Главное правило, наверное, что мы работаем не для проверок различных, а для детей. И наша задача, чтобы каждый ребенок, который приехал сюда, уехал отсюда с улыбкой. Кстати, главная ценность лагеря – дружеская атмосфера и живописная природа, которую так любят дети и взрослые. Я могу завести новых знакомых, встретиться со старыми. Тут как-никак чистый воздух и подальше от города. Хочется петь, а как хочется слушать, а как хочется жить и любить всех подряд. Маргарита Махрова, Михаил Пименов, 6 канал.